музыкой разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. Ребята, подъезжаем к фестивалю, народ начинает собираться, подъезжают любители активного отдыха, рыбалки. Мы тоже не отстаем. Вас ждет интересное приключение. Присоединяйтесь.
Меня зовут Филоненко Евгений, я представитель компании FusoJet. Мы первый раз на этом фестивале. Спасибо компании Solar, лично Сергею за приглашение. Необычайный праздник, большая энергетика, интересная обстановка. Андрей Куликов, компания River, город Красноярск. Сегодня мы принимаем участие в фестивале «Золотая осень» в Новосибирске. Спасибо огромное большое компании Solar за приглашение на это мероприятие. Все было на высшем уровне, очень понравилось. Планируем даже в следующем году принять участие в соревнованиях по рыбной ловле. Хотелось сказать пару слов о мероприятии. Первый раз на нем находимся. Все очень понравилось. Благодарю компанию Solar за приглашение, за предоставление тестовых лодок для испытания наших болотоходных моторов. Вот и завершился 10-й юбилейный фестиваль «Золотая осень». Мы были рады провести его, показать свои новинки, получить заряд бодрости и провести отличное здесь время со своими друзьями, партнерами и любителями активного отдыха и рыбалки. Спасибо всем вам. Ждем вас снова.